Крошка Антошка ТВ представляет. Вот большой город. А вот силуэт машинки. А какой машинки? Давай поищем вместе. Эта машина подходит? Нет, силуэт и красная машинка разные. А значит, ищем дальше. Вот приехала еще одна машинка. Ой, она не подходит. Да и вообще она едет в другую сторону. Посмотри на форму следующей машинки. Как ты думаешь, это ее силуэт? Нет, не ее. Может, этот автобус потерял свою тень? Нет, тень и автобус слишком разные. Едет еще одна машинка. И снова в другую сторону. Это не ее силуэт. А тебе нравится угадывать силуэты? Давай проверим, не эта ли машинка потеряла свою тень. Очень похоже. Все же форма машинки другая. Как ты думаешь, сможем ли мы найти нужную машинку? Конечно, сможем! Красная машинка – это твой силуэт? Да, ребята, мы нашли ее. Это городская машинка. Как интересно помогать машинкам искать свою тень. Так, это пустыня. А вот и силуэт какой-то машинки. Давай смотреть внимательно на проезжающие машинки. Эта машинка подойдет? Немного похоже. Но это не она. Посмотри на форму этой машинки. Она совсем другая. Это точно не ее силуэт. Какая необычная машинка приехала. Но она нам не подходит. Ребята, сможем ли мы найти нужную машинку? Вот едет еще одна. Сравни ее с нашим силуэтом. Конечно, эта машинка и силуэт одинаковой формы. Машинка-внедорожник. Мы так долго тебя искали. У нас все получилось. Мы молодцы. Вот силуэт. А вот и машинка. Но она не подходит. Может, это? Нет, конечно. Подбираем машинку. Точно, не то. Может, эта машинка подойдет? Нет. Похожа ли эта машинка на силуэт? Не похожа. А может, это? Совсем не подходит. А эта машинка и силуэт похожи? Ура! Они подходят друг другу. Спортивная машинка. Вот железнодорожная станция. Мы должны найти поезд, который ждут на этой станции. Вот его силуэт. Посмотри внимательно. Этот ли поезд ждут на станции? Нет, конечно. Пускай едет дальше. Как ты думаешь, похож? Нет, это другой поезд. А может, этот поезд ждут на станции? Грузовой вагон очень похож. Все же локомотив совсем другой. Подъезжает еще один поезд. Это локомотив с цистерной. Это не тот поезд. Так, посмотрим внимательно. Очень похож. Но это не наш поезд. Ищем дальше. А ну-ка сравни с силуэтом. Точно! Вот он поезд, который давно ждут на станции. Это джунгли. Там все так интересно и загадочно, но попасть туда очень непросто. Для этого нужна специальная машина. Давай найдем ее по этому силуэту.
Вот и первая машина. Подойдет она? Нет, конечно. А эта машина подходит к нашему силуэту? Тоже не подходит. Вот едет еще одна машина. Похоже, но она не сможет проехать по бездорожью. На машине такси можно проехать по джунглям. Это смешно, правда? Она совсем не подходит. А вот едет внедорожник. Точно, это он, внедорожник. Подходит для путешествия по джунглям. И вот мы уже в джунглях Африки. Наверняка здесь много необычных животных и птиц. Давай фотографировать всех, кого мы встретим в нашем путешествии. Ух ты, это лев! Смотри, это зебра! Скорее фотографируем! Зебра! А это кто? Фото на память. Это слон. Как интересно. А вот обезьяна. Улыбочку. Это гиббон. Едем дальше по Африке. Ой, даже гепард прибежал сфотографироваться. Гепард. Смотри, кто это там в траве. Скорей фотографируй. Это питон. Вот это путешествие! А кто это такой огромный? Это бегемот. Кажется, он нам улыбается. И последняя фотография на память. Классное было путешествие на внедорожнике. И вот какие у нас получились фотографии. Сильная буря в доисторических джунглях унесла и раскидала яйца динозавров по всем джунглям. Мамы-динозавры очень переживают, что не смогут найти своих будущих малышей. Давай вместе с красным пикапчиком соберем все потерянные яйца и привезем их мамам-динозаврам. Когда увидишь яйцо динозавра, подскажи пикапчику, где оно, чтобы он мог погрузить его в кузов. Ты видишь яйцо динозавра? Его здесь нет. Ищем дальше. А теперь, видишь? Правильно. Едем искать дальше. Видишь яйцо динозавра? Где, где? Да, на дереве! Отлично! Ищем дальше! Есть здесь яйцо? Да, вот оно! Пикапчик нашел еще одно яйцо динозавра. А ты его видишь? Правильно! Загружаем его в кузов. Впереди высокие горы. Пикапчик, ты уже придумал, как преодолеть эту преграду? Ага! Ух ты, как здорово придумал! Полетели! О, это совсем нелегко! Какой храбрый наш пикапчик! Ты видишь яйцо динозавра? Ищем дальше! Смотри, вот еще одно яйцо. Кричи, яйцо динозавра. Загружаем его. Ищем дальше. Ну вот, пикапчик перелетел через горы. А ты видишь здесь яйцо динозавра? Точно, это последнее яйцо. А теперь отвезем все яйца мамам-динозаврам. Давай вернем каждой маме ее яйцо. Для этого обрати внимание на цвет каждого из них. Это яйцо
этой маме. Это яйцо этой. А это яйцо кому? Правильно. Это чье яйцо? Верно. А это яйцо этой маме. Ну и последнее. Замечательно. Вот так мы вместе с красным пикапчиком помогли мамам-динозаврам найти своих будущих малышей. Красный пикапчик путешествует по стране динозавров. Вдруг его увидел голодный тираннозавр и захотел полакомиться нашим пикапчиком. Какие огромные челюсти у тирекса! Прожорливый хищник погнался за машинкой. Он очень хотел ее догнать и съесть. Но не тут-то было. Красный пикапчик уехал от тираннозавра. Смотри, как он злится, что ему не удалось поймать красный пикапчик. Что же это такое? Давай нажмем на кнопку. Открываются ворота. Ух ты! Да это же монстр-трак! Он фиолетовый! Фиолетовый! Давай еще раз нажмем на кнопку. Еще один монстр-трак! Посмотри, какое за ним облако оранжевого цвета! Оранжевый! Еще один гараж! Нажимаем на кнопку! Это желтый монстр-трак! Монстр-трак едет, а за ним желтое облако. Желтый! Ты ведь знаешь, что будет, когда мы нажимаем на кнопку? Выезжает монстр-трак! Голубой монстр-трак едет по мосту. Голубой! Высоко в горах спрятался красный монстр-трак. Теперь он едет к нам, а за ним облако красного цвета. Красный! Это не избушка в лесу, это гараж, а в нем зеленый монстр-трак. Зеленый монстр-трак едет по огромному бревну через реку. Зеленый. Мы нашли еще один гараж с синей кнопкой. Из баллона в кузове монстр-трака выходит синее облако. Синий. А мы смотрим дальше. Нам нужен мусоровоз. Мы собрали мусоровоз «Монстр-трак». Это зеленые шары-вонючки. Давим их. Это мусорные баки. Новое препятствие.
Надо собрать все фишки, и мусоровоз станет мощнее. Теперь он справится с любым мусором. Полицейский участок. Ему срочно нужна еще одна патрульная машина. Необходимо позвонить на автозавод и попросить, чтобы собрали полицейскую патрульную машину. Вот автозавод. Сейчас мы посмотрим, как собирают полицейскую машину. Это рама. На нее устанавливаем колеса. Монтируем двигатель и бензобак. Рулевая колонка и педали. Крепим два ряда сидений. Теперь на автомобиль устанавливается корпус. Монтируем двери, капот и багажник. А теперь стекла. Устанавливаем автооптику. Передние фары и задние огни. И, наконец, самая важная деталь патрульной машины – проблесковый маячок. Полицейская патрульная машина готова! У новой полицейской машины сегодня первое дежурство. А вот и первое нарушение. Внедорожник Гелендваген сильно превысил скорость. Его придется задержать. Полицейская машина устремилась в погоню. Нарушитель задержан. По улицам города проезжает много разных машин. На них можно просто долго смотреть. А можно выбрать, например, вот эту машинку и собрать с ней пазл. Начнем собирать картинку с верхнего уголка, подбирая правильное расположение для каждого кусочка нашего пазла. Правильно. Вот так. Следующий кусочек пазла. А куда мы поставим эту деталь? Да, ее место здесь. Внимательнее, это же уголок. И последний пазлик. Картинка оживает, машинка уезжает. Какая интересная игра у нас с тобой получилась. Тебе понравилось? Тогда давай выберем еще одну машинку. Смотри, такси. Разобьем картинку на пазлы. Давай собирать нашу картинку. Так, это тоже задняя часть машины. Еще один кусочек, он подойдет сюда. А вот и следующий пазлик. Как просто! Это кусочек с плафоном, значит, наверх. И вторая половинка. Машина почти готова. Картинка оживает, машинка уезжает. Наша машина-такси уехала. А мы с тобой давай посмотрим, какие еще машины проезжают. И выберем ту, которая нам понравится. Слышишь, сирена? Откуда она слышна? Это же полицейская машина!
собираем картинку с полицейской машинкой. У каждого кусочка свое место. Так, дальше. Вот сюда. Все кусочки пазла надо собрать правильно, чтобы картинка ожила. У нас прекрасно все получается. Картинка оживает, машинка уезжает. Как хорошо! Все получилось! Наши пазлы мы собрали правильно, поэтому все картинки ожили, и машинки поехали по своим делам. Мы молодцы!